Они отметили День семьи, любви и верности. Глава города Юрий Гришан вручил трем колымским семьям медали за любовь и верность. Церемония ежегодная, традиции 12 лет. Награду получают пары, которые вместе десятки лет. Сегодня это семьи Марку, Ягофаровых и Несмеяновых. Все они в браке почти 30 лет. Мы поняли это в самом начале нашей семейной жизни, что нужно ни в коей мере не перевоспитывать друг друга, а понимать, принимать друг друга такими, как есть, дополнять. И главное – понимание, терпение, любовь, взаимовыручка. Ну и всегда ждать друг друга из дальних поездок, из каких-то коротких расставаний. 8 июля – день памяти супругов Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитаемы в России как хранители семьи и брака. Символом торжества выбрана ромашка. Этот полевой цветок издревле на Руси ассоциировался с любовью и верностью. Глава города отметил, что в настоящее время властями всех уровней уделяется особое внимание поддержке семей. Президентом Российской Федерации и органами местного самоуправления делается многое. Ну, честно скажу, недостаточно для того, чтобы семьям, особенно многодетным семьям, жилось, может быть, так, как хотелось бы. Но ситуация меняется, меняется она к лучшему. И город Магадан в этой части, наверное, один из неплохих городов Российской Федерации. В этом году медали за любовь и верность получат 82 пары со всего региона, 36 семей – жители колымской столицы.